Тест на прочность стеновой панели Elite. Сейчас мы на ней попрыгаем, потопчемся, попляшем. Посмотрим, что с ней будет. Сломается она или нет. Ну, пропляшем, ты мог бы и помолчать. Посильнее, посильнее. Пяточка. Вот, теперь перевернем. Посмотрим, что с обратной стороны у нас. Ну, есть кое-какие там мятинки, повреждения пластика, конечно. Ну, на ней никто не будет так прыгать, когда она будет висеть на стене. Так что это не страшно. Так что можно сказать, как бы тест наш выдержала панель.